Добрый день. Я уже рассказывал, как сделать сиамский куб 3×3. По той же технологии можно сделать тройной сиамский куб. Но сейчас я хочу показать, как по той же технологии можно сделать нечто более страшное. А именно, сделать такой тройной и к нему еще добавить парочку таких вот кубиков. Вот в такой проекции. Будет похоже на снежинку. Посмотрим, что получится. Для этого нам потребуется 5 одинаковых кубиков. У меня это будет Milong 3M. Также режущий инструмент, клей, ну и ватная палочка, чтобы клей распределять. Резать будем на коврике. Как и с двойными сиамскими кубами, необходимо определиться с цветовой схемой. Будет такая же, как здесь. И значит, в таком порядке я добавлю кубик сюда, сюда и вот сюда. Центральный кубик будет максимально обездвижен, 4 остальных будут равнозначны. В качестве донора я буду использовать недавно созданный сиамский двойной, и к нему я добавлю остальные кубики. У центрального кубика придется удалить все углы, у 4 внешних по одному ребру. Этот кубик будет центральным, такое ребро ему оставляем, обрезаем. У правого верхнего извлекаем бело-красное ребро. И так вот соединяется. Обрезаем уголок, чтобы ничего не мешало при соединении. У правого нижнего придется извлечь желто-красное ребро, чтобы цветовая схема совпадала. У левого нижнего извлекаем желто-оранжевое ребро. И у левого верхнего бело-оранжевое ребро. Вот такая вот будет конструкция. Внешние кубы я пока отложу в сторону и буду обрезать ребра центрального кубика. Извлекаем бело-оранжевое. Углы пока оставлю на месте, чтобы по очереди приклеивать. Отрезаем примерно 5 мм от угла. Получилось вот так. Извлекаем бело-красное. Делаем то же самое. Бело-красное готово. Берем четвертое ребро. Первое было уже обрезано. Желто-красное. Также его обрезаем. Желто-красное готово. Получается вот такая заготовка. Я пока удалил только два угла, чтобы более жесткая была конструкция кубика, пока я склеиваю все вместе. Приклеиваем первый кубик. Здесь клей будет располагаться с этой стороны и с этой. Соответственно, приклеиться будет к уголкам с внутренней стороны. Чтобы не приклеилось ничего лишнего, я добавлю вот здесь вот немного бумаги на всякий случай. Хотя она может и не пригодиться. Вот так. И наносим клей. Перед тем, как склеить, еще раз проверяем ориентацию. Вот так они будут соединены. Цвета должны соответствовать. Наношу клей. И распределяю ватной палочкой. На края заходить не нужно, чтобы не протекало. И с другой стороны. Если в кубиках есть следы смазки, или они были в употреблении ранее, то лучше поверхность склеивания обезжирить. Соединяем. Проверяем, что все будет крутиться. Так и так. И крепко сжимаем уголки,
чтобы клей схватился. Ждем. Прошло 5 минут. Попробуем приклеить следующий кубик. Я приклеил уже правый верхний, значит будет правый нижний. Придется удалить два вот этих угла. Аккуратно. Здесь еще, возможно, некрепкое соединение. Удалил углы. И к этому бело-оранжевому ребру приклеим следующий куб. Проверим. Все вроде бы подходит. Защитные бумажки. Соединяем. Проверяем, что все крутится. И крепко сжимаем. Подержу еще минут 5. Прошло еще 5 минут. Продолжаем. Ну, оставшиеся углы я извлеку сразу. То, что не уверен, что будет удобно делать, когда останется только последний кубик приклеить. Получаем вот такую конструкцию. Приклеиваем третий. Это будет левый нижний. Добавляем бумажки. Наносим клей. Еще раз проверяем ориентацию в таком виде и присоединяем. Ждем еще 5 минут. Ну и завершающий кубик. Уже почти красиво. Приклеивать будем, наверное, вот так. Все подходит. Извлеку бумажки откуда-нибудь, где они уже больше не нужны. Финальное нанесение клея. Главное сейчас не ошибиться с твоей схемой. Красный сверху, зеленый спереди, белый слева. Соединяем. И ждем еще 5 минут. Несколько минут прошло. Проверяю, что здесь хотя бы что-то вращается. И оставляю засыхать. Хорошо, что проверил. Где-то клей все-таки проник. Остальное вроде вращается. Все, ждем несколько часов. Прошло примерно 10 часов. Вот что получилось. Вращается. Отдельно каждый кубик тоже проверим. Вращается и так. Нигде ничего лишнего не склеилось. Все хорошо. В чем особенность такой модификации? Ведь есть же просто тройной сиамский куб. Но здесь мы, получается, собираем крайний, как обычный, двойной сиамский. Вот такой. А средний позволяет нам перемешивать уголки. Можно так, по-разному. Здесь же у среднего кубика уголки отсутствуют совсем. А, ну, движения F тоже нет, которое вращает зеленую либо синюю грань. И здесь мы вращать можем только вот так, перемешивая ребра и центры. Крайние же кубики, 4 штуки, заставляют собирать их в разной ориентации. То есть начинать с непривычных цветов. Если на двойном, тройном я начинал здесь с белого либо желтого, то здесь можно для этого кубика начать с белого. Можно попытаться начать и здесь, но верхний левый угол заблокирован, поэтому получится плохо. А значит, придется перехватить и начинать с красного цвета. Уже совсем другая схема. Дальше, следующий, ну, с желтого, схема привычная, а здесь уже с оранжевого. То есть со всех 4 цветов, кроме зеленого и синего, придется собирать.
И это интересно, и это хорошо. Я пока не смазывал кубики, чтобы не было проблем при склеивании. Ну и сейчас уже вращается неплохо, это магнитные кубы. Но после смазки будет, наверное, еще лучше. Да, пришлось использовать целых 5 кубиков. Но мне кажется, такая головка интересна. И более интересна, чем сделать, к примеру, не тройной кубик, а четверной. То есть крайние все равно будут собираться так же, а средние примерно одинаково. Просто будет один дополнительный кубик, который неудобно собирать в центре. Здесь же центральный кубик один. С ним уж как-нибудь разберемся, средними слоями. А крайние можно собирать быстро, но каждый с нового цвета. Я выбрал такую цветовую схему. Можно взять другую. С синей стороны можно подумать, что это какая-то морозная снежинка. При желании можно расположить здесь белый цвет, тогда будет здесь 5 логотипов. Буду тестировать, но результат мне уже нравится, пока ничего не развалилось. При желании можно сделать похожую модификацию из 4 кубиков, но тогда это будет нечто другое. Схема примерно вот такая. 4 кубика, все равнозначные, и у них зафиксировано по 2 угла с боковых сторон. Возможно, такое тоже когда-нибудь сделаю. Ну а пока на этом все. Всем спасибо. Всем пока.